Опа! Чародейская книга. Пронзающая стрела 4. Ну, неплохо, конечно, но могло быть лучше. Ну, ты лохушка, лохушка, давай еще. Давай, рыбак себя такой себе на самом... Лохушка! Да, давай, попробуй еще словить что-то. Первый раз, как говорится, новичкам везет. Вот первый раз в жизни удочку закинула, сразу чародейскую стрелу, вот эту стрелу или что-то там выбила, неважно. Первый раз всем нубасам везет. Давай, попробуй второй раз что-то вытащить. Опа, обычная рыба. Вообще-то я не первый раз рыбачу. Ну давай еще раз. Да лохушка, ну давай, я не знаю, что ты хочешь доказать, но ты ничего нормального не выбьешь. Так, давай. Ловись, рыбка большая и маленькая, давай. Ну, оп. Ракушка. Раковина. Ну, неплохо, но в любом случае, что бы ты там не вытащила, даже кита за яйца, вот это, куриные, в любом случае, ты нубасин, ну не умеешь ты рыбачить, ну согласись. Ну давай сам, вот что ты поймаешь, вот мне просто интересно, давай ты, Что я поймаю? Ну подожди, сейчас я поймаю, не зря я в предыдущей серии достал себе везучий рыбак, чердейскую книгу, все же в предыдущей серии, когда мы с Катей отправлялись в длинный биом, поэтому прямо сейчас я возьму лучшую удочку, которая у меня прямо сейчас есть в сундуке. Это у нас прочность 3, это у нас починка, приманка 2. Слушай, у нас даже вот здесь есть удочка уже на починку. Поэтому я беру удочку на починку, прихожу до дому и чарю ее на везучий рыбак 3. И тебе сейчас... это все равно не поможет. Сейчас, мать, учись, как настоящие рыбаки рыбачат. Да я в свою молодость, когда молодым был лет 8, да ты знаешь, сколько я раз с батей на рыбалку ходил, а с дедом, знаешь, сколько раз? Вот знаешь? Ну сколько? Ноль! Но в любом случае... В любом случае, рыбалка у меня в крови. Рыба поймал! Сколько слов было? Все, хватит! Кать, я поймал тропическую рыбу. Это самая редкая рыба, которую даже и обрюх не так часто ловится, как тропическая рыба. Понимаешь? Да хоть лесную рыбу. Это фигня, ее даже съесть нельзя. Лесная рыба существует? А тропическая рыба тебе на кой черт сдалась? Я говорю, даже съесть нельзя, не пожарить, ничего. Можно ее съесть, правда сырую. Ща, я вытащу, знаешь, о, я сейчас Ярика вытащу, ща, подожди. Давай. Сейчас все будет. Только для Ярика приманка нужна, сейчас. Ну, что там? Бирка, я вытащил бирку. О, какой молодец, смотри. Короче. Подожди, смотри, что можно, смотри. Это сюда ставим. Это Елизавета. Елизавета. Так, Елизавета. Ага, и где вот, Елизавета. Смотри, видишь, Елизавета. С этого момента она настоящая по паспорту Елизавета, видишь? Она стала Елизаветой? Ну все, отлично. Только ты кошку мою не съешь тут, смотри. Я тебе знаешь, что на самом деле предлагаю? Ну? Батл. Фиш батл. Давай. Кого? Какой фиш батл? Сейчас здесь, вот здесь, на этом месте мы определим, кто из нас лучший рыбак. Так, ладно, все, перед тем, как мы закинем наши удочки вот сюда, пиши в комментах, как ты думаешь, кто выиграет. Давай тогда делаем так. Первый, кто из нас вытащит самый драгоценный предмет, тот и лучший рыбак на этой планете. Все, хорошо, подожди, я сейчас немножко приманю Ярика. Давай вот курочкой вот сюда. Куричку вот сюда. Не толкайся. Сейчас Ярик придет, я Ярика вытащу. Давай, на счет 1, 2, 3. Ты готова? Сама упала. Так, все, давай. Давай. 1, 2, 3! Ты в другую сторону, я в другую. Мою рыбу не воровать, хорошо? Ой, если тебе рыба попадется, так же ох будешь. Да хоть бы не рыба, хоть бы не рыба, хоть бы не рыба, хоть бы не рыба. Остроту давай, пожалуйста. Рыба! Тропическая, как ты сказал, самая редкая. Ну-ка, сейчас посмотрим. Иглобрюх. Ну ладно, давай дальше. 1-1, считай. Хорошо, давай дальше. И давай акулу. Акулу можно вытащить или в Майнкрафте? Фантазер, такой фантазер. И черепаху. Акуленок я тру-ру-ру, акуленок я тру-ру-ру, акуленок я тру-ру-ру, я малыш. Ты-то малыш, а я кувшинку вытащил. Молодец. Я жду. Оп-оп-оп-оп-оп, клюю-клюю-клюю-клюю, оп-оп.
Удочка! На что? Прочность и приманка. Прочность 3, приманка 2. Я выиграла, я лучший рыбак. У меня удочка поймалась. Удочка удочкой поймалась. Тру-та-та, 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 тру-та-та. Я рыбачка, ты лох. Хорошо, я признаю, да, кто писал в комментах, что Катя победит, тот был прав. Ну ладно, ты меня сегодня вот это вздрючила, хорошо, признаю. Да-да, рыба, пойду мелки скормлю. Короче, я тебе предлагаю в будущем сделать отдельную серию только по рыбалке, где мы на протяжении всего ролика будем рыбачить, и в конце, кто вытащит больше всех ценных предметов, тот и победитель. Чё скажешь? Да я тебя сдрючу, ясно, как карася Озерского. Потому что я не только Катя Крафт, но и Катя Рыбак. Катя Лох. Короче, подпишись на канал, если не хочешь пропустить новую серию с рыбалкой. Я обещаю то, что я ее устрою. Трезубец свой забери. Я обещаю то, что я ее устрою в ближайшее время. Поэтому подпишись на самом деле, чтобы реально не пропускать новые серии. А то мы с Катей записываем ролики каждый день. Вот. Ярик. Не смей, не смей. Отстань от Ярика! Отстань от Ярика! Ярик! Ярик, да. Ну видишь, я почти Ярика словил. Все, значит я лучший рыбак. Все, до свидания. Все. О, это же мой сральник золотой. Акуленок я тру-ру-ру, акуленок я тру-ру-ру, акуленок я тру-ру-ру, я малыш. А я Эдисон тут тру-ру-ру, а я Эдисон тут тру-ру-ру, а я Эдисон тут тру-ру-ру, я дебил. Дурачок! Вот такая у нас сегодня песенка. В общем, Екатерина Выхухленская, прямо сейчас мы с тобой плывем туда, где очень холодно. И нет, это не в Новосибирске. Сегодня за окном уже было минус 16. Я шел по улице, чуть носа не лишился, потому что он уже прям перемороз. А Катя идет такая минус 20 и говорит: да мне жарко. Ты в своем уме, сибирячка? Я в своем городе. Я тут всю жизнь прожила. Это ты жаркий мочо. Прямо сейчас мы отправляемся в тот самый биом, где Катя не была еще ни разу. Там, где огромные такие большие, массивные, широкие, жирнющие, такие высокие ледяные шипы. Ты примерно предполагаешь, как они могут выглядеть? Ну, квадратные шипы острые. Ну, сейчас доедем туда и посмотрим. А еще у нас, кстати, плюс к этому всему будет два задания. Расскажешь? А, Катя не знает, какие у нас будут два задания. Ладно, сейчас туда доплывем, я расскажу, какие у нас будут два задания. А, я вспомнила! Какие? Нужно Мишке льда привезти, а то он там сейчас умрет от жары. Везем Мишке льда и также добываем снежок, чтобы обезопасить наш район, наш дом еще в два раза. Мы сегодня сделаем снеговичка. Здрасте. Забор покрасьте. Ты где? Подойди сюда ко мне. Вот с левой стороны. Ой! Три фантома! Я сейчас немножко не то, что даже испугался. Это сейчас что было? Это почему три фантома? На, собака! Где еще? Это вы когда последний раз спали-то? Ну да, как-то в предыдущей жизни последний раз мы спали, поэтому одни на... Иди сюда! На! Еще один, давай, давай! Я упала под снег, такое вообще возможно? А, кстати, вот, да. Ну, зато смотри, мы с тобой добыли вот эти, как они называются, мембраны фантома. Сейчас можем элитру починить в ближайшее время. Короче, пошли, Катюх, пошли. Куда пойдем? Аккуратненько. Я тебе сейчас такое покажу, у тебя жду захватит. Давай за мной. Ну давай, только почему я в снег проваливаюсь? Этого у меня дух должно было захватить, да? Ну нет, не от количества. Так, слушай, мне кажется, проще их будет оббежать, поэтому давай за мной. Не надо их всех бить, давай за мной. Давай. Это не надо, это опыт. Ой, слушай, по этому опыту мы бы... А куда бежать-то, ты где? Так, я тебе и говорю, давай за мной. За мной, я сзади тебя, да почему ты от меня убегаешь? Давай сюда, я сзади тебя, Кать. Не вижу. Сзади, это спереди. Пошли. Ты сзади опыт, конечно, профукала, но да ладно, давай за мной. Я вернусь. Не надо за ним возвращаться. Давай, бей его! Да! Мисакапа!
Текай, 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 давай за мной. Вот, спереди нас, видишь там, впереди. Вот, спереди, вот там, вот там, там, там. Побежали, побежали, побежали. Нам надо от них оторваться, и все будет зашипись. В смысле? Еще три! Вы что, офигели? Кать, мне кажется, перед тем, как сюда мы отправились, надо было 100% поспать. Да, немножко ты прав. Пауки-то тут при чем? Отвали, отвали! Чё-то я как-то даже не ожидал, то, что когда мы сюда придем, здесь будет какой-то зомби-фантома-апокалипсис. Господи, они еще вдвоем все на тебя. Па! Да, па! Отвалите же вы от нас. На! Игорь, ну ты-то куда? Давай спрячемся здесь между типами. Да. Нет! Последний остался. На! Все, а меня-то за что? А что ты подпадаешься под это? Под горячие вот эти руки, ноги. Все, побежали, пока... все, побежали, пока еще 10 фантомов сюда не прилетело. Давай за мной. Вот видишь меня? Может, поспим уже? Да где мы здесь поспим? Посередине ледников? Ну да. Как-то не очень. Это вот это ледяные шипы? Это про них я тебе давным-давно рассказывал. Но они крутятся, согласись. Еще и заразил меня каким-то эффектом. Эффектом. Слушай, ну я вообще не ожидала, что здесь так красиво. Я думала, ну там фигня какая-нибудь будет, а тут прям такие пипипульки, сосисульки, сососульки. У тебя стрела в заднице. А у тебя в руке. А может полетаем здесь? Сейчас я крылья нацеплю. О, кстати, я... Да, подожди. Кстати, вот это прям гениальная идея. Давай перед тем, как мы полетаем, мы добудем... Да отстань ты! Шаш! Не ты, в смысле, а вот он. Давай. Мне не получилось полететь. А зачем ты с этой маленькой горы хочешь взлететь? Я тебе говорю, давай мы с тобой добудем лед, добудем снег, потом заберемся на вот ту вот огромную... И-ба-пау! Ага. Она меня никогда в жизни слушаться не будет, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что делаешь? Ой, какой звук прикольный! Это как в школу идешь, и это сама лужица после вчерашнего, и ты идешь, нажимаешь, и это громко. Вы меня сейчас спросите, а зачем ты добываешь столько много льда? Ну, а почему нет? Ну, и на самом деле нам нужно построить для Михуила, нашего полярного медведя, иглу. Ну, то есть жилище, чтобы ему там было прохладно. То вот это, вот она. Вот. Все мозги мне выело, то, что как бы Михуил там жарко, давай мы ему построим там холодную иглу. Ладно, построим. Поэтому я сейчас добуду как можно больше льда и построим. Кать, для тебя тоже есть задание. Слушаю. Ой. Так, рядовой Екатерина, добывайте как можно больше снега. Я как его добывать? Лопаты. А у меня нет лопаты. Держи. А у меня некуда складывать лопату. Ну выкинь что-то и возьми лопату. Вот. Ага. Прикольно. А у меня некуда складывать снег. Выкинь что-то и складывай снег. Ведро выкину. Все такое важное. Игорь, ну не мешай, но я тут за Катей наблюдаю. О, круто! Реакция 21-летнего ребенка на снег. О, круто, снег! Хоть на самом деле мне 24, я также радуюсь реальной жизни, когда снег вижу. Поэтому, ну ладно, тут нечему удивляться. А он у меня не собирается больше. Только 16 собралось и все. А почему так мало? Так, выкинь еще что-то, чтобы собрать больше. Подожди, так 64 же можно в стак собирать. Нет, вот у снега почему-то лимит только 16. Блин, у меня нечего выкидывать, у меня все важное, алмазы, книги там, вот это все, еда. Слушай, ну так а почему ты это все не складываешь в сундуки? Зачем я дома сундуков столько много сделала? Я выложила дома все в сундуки, когда уходила. Короче, чтобы не тупить в следующий раз... Кать, у нас с тобой есть еще задача. Подняться на вот эту пипипульку, спрыгнуть, пойти домой и сделать снеговика. Поэтому давай за мной. Нет. Кать, давай за мной, пожалуйста. Нет. Кать, пожалуйста. Копать снег, копать. Ну и что толку, я накопала этот снег, а его даже собрать некому. Иди сюда, хватит уже нам этого снега. Не-не-не-не-не, сейчас мне придется пожертвовать чем-то, чтобы выкинуть все и собрать снежок. Тогда я сам иду летать, до свидания. А, нет! Ну так вот, тогда давай за мной.
А сколько для снеговика снега надо? 8. А, только не гость. Я об этом же, не знаю, зачем у нас уже 200 кусков этого снега. Все, давай сюда. Где ты? Ой, как сложно. Сзади тебя. Держи. Сейчас я себе сделаю. Это блоки. Давай простраивайся на самый верх. Только чур без меня не прыгать. Вот так же за мной. Просто берись, вот так, да, простраивайся. До самой-самой верхушки. Мы туда заберемся, прыгнем и улетим прям почти домой. Почти домой? Ну, мы сейчас домой, чтобы сделать снеговика. Ап, ап. Давай, простраивайся, простраивайся. Оп, оп. И я почти на верхушке. Вот так вот. Сделаем здесь небольшую площадку. Все, все, все. Ва, 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 ва. Куда ты еще выше? Вот здесь сделаем площадку. Давай, прыгай, прыгай. Я боюсь. И вдруг я мимо попаду. Ой. Вот так, и вот так, и вот так. Все, короче, надо лететь вот, вроде, если я не ошибаюсь, вот в ту сторону, вот туда. Как сверху-то красиво. Да, вот не зря я тебя притащил в этот биом. Нам еще осталось найти грибной биом и там еще кое-что другое. Поэтому, короче, скачу, смотри. Берешь, прыгаешь, два раза пробел и летишь вот туда, в ту сторону. Все очень просто. Какую? Вот туда, вот в ту. Точно? Точно. Ну давай. Давай. Разбег. Так, два раза. Давай, давай, давай. Только не упади ради всего святого. Давай. Два раза пробел. И полетела. Я прям за тобой полетел. А в будущем, в следующих сериях, мы сделаем кучу фейерверков и будем летать вообще бесконечное количество раз. Сделаем? Да, нифига себе. Мне кажется, я сейчас гром... Эй! Пробел. Ты меня ударил? Нажми на Ctrl, чтобы быстрее летать. Ctrl нажми, еще быстрее будешь летать. Ctrl. Ух ты. Ctrl и W, Кать. Вот. Все, я падаю. Вот, все, быстро. Вот, я уже тоже почти возле тебя. Опа, все. Ага. Здравствуйте. Все. Ты где? О, здорово. Пошли. Хорошо, а давай здесь сделаем снеговика. Так, снеговика надо делать возле дома, чтобы он наш дом защищал. Так он же растает, у нас же там жарко. Ешкины матрешки, я еще одну башню вот этого мародеров, вот этих разбойников нашел. А, так мы же хотели. Давай в следующей серии. Пошли. А, ты всегда так говоришь, давай в следующей серии. Слушай, а может еще одного мишку домой? Нет, все, просто пройдем мимо. Пожалуй, он так на меня посмотрел, как будто я его отец. Ты не можешь быть его отцом, ты человек. Но он на меня смотрит, как на отца. Ну, а ладно. На меня он смотрит, как на мясо живое. Лёд! Уиху! Ой, зайчик такой полосатый. Это самое... Вот это вот. Хорошо, что ей в голову не пришла мысль его убить. Почему не пришла? Пришла? Да. Я просто не успела. Да давай заскочим к ним по быстролярику. Да какому быстролярику? Давай мы не будем по быстролярику к ним заскакивать. В следующей серии заскочим, обещаю. И заскочим, и заскочим тоже. Заскочим, побормочем. Чё, чё с Катей сегодня за жаргон какой-то? Быстролярик, побормочем. Точишь там, значит, да? Да. Выходи. Выходи. Иди сюда. Я надеюсь, что снеговик не растает, поэтому прямо сейчас мы с тобой делаем сразу же сходу два блока снега, ставим его на песок, уловили снег на песке. Я не знаю, как такое вообще осуществимо, но ладно. И, чтоб просто ты на будущее знала. И на этот снег сверху ставим вырезанную тыкву. Ага. Он живой? Ну да. Ты чё, мать? Снеговика бьёшь? А его можно убить, да? Давай лучше не надо, хорошо? А что он делать будет, расскажи. Ну, короче, как только к нему будут приближаться монстры, он у них будет кидать снежки и убивать. Круто. Подожди, а если снять с него тыкву? С него же можно снять тыкву или нет? Подожди. Ой! Лучше бы я этого не делал, ты так был намного красивее, чем вот... Надень, пожалуйста, обратно, или уже поздно. Она пропала, она пропала. Да, ладно, хорошо. В следующий раз, следующим снеговиком, я не допущу такую ошибку. Почему он такой уродец? Кать! Снеговика может обидеть любой, а вот сделать комплимент только некоторые. Вы очень привлекательный молодой человек, но я бы вам посоветовала сверху что-нибудь надеть. Хорошо, в следующий раз, спасибо. Ну, неплохо. В любом случае, мне кажется, он обиделся, потому что он от нас ушел. Да вы куда, мистер? Вернитесь! Мистер!
утёк. Ушёл. Это уже не наша территория. Ой, он тут снег построил, он снег построил. Да? Да, иди сюда, посмотри. О, неплохо, короче, вы строите тут снег, а я пошел дальше рыбачить, чтобы показать Кате, что она лохушка в рыбалке. Давай, давай, напоследок. Давай, 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 у кого лучше, у кого лучше, у кого... Давай, 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 у меня. У меня. Черепаха там не сдохла в этой лодке? Да ей там нормально, комфортно, не переживай. Так. Оп, раз. Оба! Рыба. Отлично, до свидания, все, я ухожу из этой игры, всем приятного просмотра, до свидания. Опа, лайк вытащил, ты это видела?